Доброе утро. Я начала свое утро с такого вкусного хлебушка. Мы вчера его купили. Очень вкусный, вообще хрустящий, такой домашний какой-то прям. С кунжутом. Иногда прям мне хочется хлеб. Иногда вообще не ем. Будешь? Ты будешь хлеб, ты сначала понюхай. И мы решили посмотреть фильмец. Называется он что-то «Миллиардеры». Что-то потом скажу, не помню. Сейчас как начнется, скажут, я вам скажу. Короче, будем сейчас завтракать, проснулись. Хотим сразу посмотреть фильмец. Мы сегодня начнем как бы нашу рабочую неделю, но при этом будем еще и разбирать все, убираться, короче, совмещать. То всем приветики. Ребят, фильм называется «Мажоры на мели». Вот. Тут все в разборках. День прошел сумбурно, то по работе, то так по мелочи. Короче, сейчас все разбираем. Одежду в основном. Нет. Одежда, все перебираем, что не носим. Сразу на антресоль. Там у нас верхняя одежда, здесь все по вешалкам. Здесь я все разбираю. Постель, одежду. Там тоже постель разложила. О, короче, дел куча. Все это так долго. Ну что, хочу сейчас вот эту разобрать сумку мою, то есть косметика, и тут косметика в основном, и аптечку. Вот, Игорь там антресоли разбирал, мы тут все тоже, видите, все разобрали. Все вещи разобрали, вверху коробку наконец-то убрали, она меня так бесила. Но тут еще Игорь провода все разбирает, и, кстати, Игорь мне, смотрите, повесил там рамку, календарь, гитара, короче... Не знаю. Димка играть хочет? Да. Не знаю, сейчас, подожди. Ну, через час, мне кажется, через два. Пока еще поужинаем. Вот, и, короче, сейчас это хочу все разобрать, потому что я каждый день пользуюсь этим. У нас куча стирок, это раз, тут две, еще большой узел собрали, все хотим перестирать тоже. Много вещей. Много разобрали, но еще много осталось. Сейчас вот вам покажу, сколько там еще вещей. Устала уже просто. Тут всякая шушера даже. Вот она, маленькая шушера. Так, видите, здесь у меня теперь косметоз будет. Там посуда. Тут тоже все. Так, сейчас покажу вам. Кладовку разобрала. Тоже все чистенько, вообще классно все сделали. Вот, видите, Игорь шторы закрыл, весь бардак пока так. Вот, еще много всего. Мы хотим сейчас это компактнее туда. В основном осталась посуда, еда, все такое. Вот мусора, смотрите, сколько мусора. Мусор. Короче, много мусора. Так что да. Игорь там с Димой играют в танки. Мы убрались, я искупалась, кушаю, сижу. Сегодня у нас вот такой ужин вредненький. Стрипс у меня, картошечка и боксмастер. Вот, так что всем приятного. Кушаю, тут есть два нахлебника, которые очень любят курицу и попрошайничать. Кремушек, который Наське с Димкой подарили на Новый год. Хочу сейчас ручки помазать после еды потом. Так что да, всем приятного. Кушаю и смотрю новые сваты. С мамой поболтали. Отстань.